Всем большой привет и добро пожаловать в сегодняшний мини-обзор на парфюм, который, я думаю, знаком всем, потому что сегодня мы будем говорить о Жадоре от Dior, который был создан в 99 году парфюмером Селис Бейкер. И она создала уникальный жасминовый аромат, который сейчас уже считается классикой. Давайте начнем с нот. У нас здесь в верхних нотах груша, дыня, магнолия, персик, мандарин и бергамот, а в сердце композиции только цветы, такие как жасмин, ландыш, тубероза, фрезия, роза, орхидея и фиалка, а вот в базе мускус, ваниль, ежевика и кедр. И все мы знаем, что это очень искрящийся жасминовый аромат. Я бы назвала это жасминовым индольным шампанским. В нем есть хрустальность, в нем есть яркость, в нем есть опьяняющая флоральность. И, конечно же, это аромат классика. Я думаю, мы все с ним знакомы. Я думаю, он классика, которая заслуживает внимания. У него есть множество разных вариантов, но мне нравится оригинал. Оригинал, который пахнет женственностью. Так что, пожалуйста, пишите ваши отзывы о Жадоре. Считаете ли вы его знаковым жасминовым ароматом в парфюмерии? Но если вам понравился мой обзор, то, пожалуйста, поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно. А также вы можете задонатить по ссылке в комментариях. Если остались вопросы, пишите. Я буду очень рада услышать от вас обратную связь. Желаю всем прекрасного дня. Спасибо за просмотр. Пока.